Так, мы на острове. Тут есть деревья. О, тут овцы даже есть. Все, заживем. Игорь, у тебя прям херово сейчас стало качество звука. А, погоди. А так нормально? Только что-то кровь идет. Я сейчас печку сделаю. Не знаю зачем, но сделаю. Угля нет. Зато наш что у нас есть? Два еврея. Каменная кирка. Погоди, теперь у нас есть каменные, это деревянные кирки, мы можем их в топку пустить. А, ну да. Спасибо за деревянную кирку, кстати. Свою каменную не придется тратить. Ты Что-то там будешь коп... было. ты будешь копать деревянной киркой? Ну да, зачем камеру тратить просто так? Ну да. Камня ведь так мало, блядь. Вот, иди сюда. Помогай мне. Тут важное задание для тебя. Вперед. А куда вперед? Зачем вперед? Надо, вперед. Ты хочешь меня забаррикадировать? Я тебя знаю. Давай ты первый. Ой, я слышу, как зомби горит какой-то. У меня Майнкрафт грузится. Сейчас будет прикольно, если я сдохну. Так, все, больше ничего здесь интересного нету. Давай, О, кстати, нападай. погоди-ка, я вижу полуразрушенный портал. В воде. Да что, убил? Да. Знаешь, где самое забавное? Ну. В убежище небольшом. Иди сюда. Эндермен, отойди в жопу. Отойди, 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 я сейчас у тебя бахну. Погоди, давай я его бахну, мне топор. Все, не трогай его, сейчас собака его будет бить. Так, на тот остров? Ну пошли на тот. Так, дельфины, дельфины, подтолкните. А, тут куча островов, походу. Я вообще сделал себе лодку специально. Погоди, я не вижу где ты. Сейчас курицу ёбну. Ты в И воде, что ли? посмотрю. Нет. А ты тут в воде курицу видел? А вот она плавает. Ты возле какой воды? Где ты? Возле воды. На полянке, вот. Вот это, и, сзади. Подожди, курицу пытаюсь убить. Блядская курица, эти сука, там еще за эту хуйню. У тебя много еще дерева? Погоди-ка. Так, что-то я переборщил с полублоками. А что такое? Ладно, сейчас сам построю. А что ты хочешь построить? Ты увидишь, это будет грандиозная моя личная постройка. 8 ебучих часов спустя. Я так и понял, что ты полкан построил. Только ты там аккуратней, там провалить Хотя само. полкан какой-то. Это Шрек, как бы. Вот, некоторые люди, я так смотрел, тратили часы, чтобы получить его. Есть мы? Ах ты Да. собака. А ну, брысь из моей лодки. Ну нет, ну нет, ну... Чё за хер? У нас лодку забрали. Мысли. Я в жопе. Здесь тебе это много объясняет. Ладно, пофиг на тебя. Лодка, короче, все. Нам не судьба ее сейчас забрать. Подождем утро. Они, видимо, за мной пришли. С того А острова. кто где там лодку отжал? Они же. В смысле? Вот в смысле. Их там 5 штук было. Двое в лодку залезли, и остальные... ну, окружили ее. Как думаешь, мы хоть когда-нибудь пройдем Майнкрафт? Думаю, нет. Так, все. Я могу ее теперь разобрать. А куда я хотел еще поплыть? Я вот ее за ней зачем-то и плыл, но уже не помню даже зачем. Тут, короче, видимо, у нас мир появился такой, что у нас тупо острова. Вопрос такой. Если я сворую улей, я выживу? Да, если ты убежишь от пчел. Но шансы есть. Я водичку. Я же не думаю, что нет. Ты не умеешь плавать. Я тебя мотыгой забью.
Все, ВВУ, иди. Или можешь не ждать. Во! Нифига себе здесь дерево выросло. Фига себе. А это что-то маяк увидел. Да, и пауков на острове. Здорово. Он хотя бы дружелюбный. Или нет? Нет, дружелюбный. Сейчас. Знаешь, что я принес? Я через окно влетел. Ну. Знаешь, что я принес? Дай. Ну. Золотая шапка. Вот, цветочки. Украшай, 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 украшай. А с удовольствием. Украшай, видишь, сколько я тебе принес нахер. Похер, так много. А угля-то нету, чтобы, блин, песок из песка сделать стекла. Угу. А тебе много песка, кстати, надо? Ну, достаточно много. Дай мне тогда лопату. А лучше несколько. Я там есть тупо из песка остров. Огромный. Огромный куб из песка. Сейчас тогда сделаю. На, держи, чтоб все поломал. Камня нету. Деревяшки быстро ломаются. Все, ты должен все их сломать. Ну че так, будто меня на Сибирь посылают? Все, я плыву обратно. Давай, песок. Вот, кстати, экстренный спуск. Смотри, вот так берешь песок. Ага. И это все? Да. Лох, ну да еще. Тут этот твой маяк типа потух. Вообще-то я его хотел переделать, но потом забил и пошел делать портал. А. Это все окей, си. Шары я бы вылезли. Это знаешь, когда начал отстаивать теорию плоской земли. Вот Радика. Стой, вот эта вот дыра меня еще бесит, раздражает. То, что меня будет раздражать, я буду убирать. Так я еще жив. А зачем ты туда полез? Ну, дальше копать. Зачем? Все, нам больше эта шахта не нужна. Ну, а раз ты пошел, ты тоже не нужен, получаешься. Все, свечка за упокой, а я пошел в ад. Увидимся в аду. Увидимся в аду, гнида. 8 ебучих часов спустя. Пизда, Игорь. Я так и понял. Прикол, а, хочешь, скажу. Ты все просрал. Да. О! Помнишь, я говорил, что там, скорее всего, должен быть сундук на том песчаном острове? Ну. Он так там? И есть? Да. Давай тогда сейчас вместе туда поплывем. Поплыли. Ну, знаешь, как говорят из князя в грязи? Так вот, это про меня. Во, вот тут. Где? Вот тут. Где? Вот тут. Где? Я тебя не могу... А, вот он. Он там? Двери есть? Нету. Поднимись. Ага, понял тебя. Так, я буду копать под себя. О, железо нашел случайно. Он пригодится теперь. Так, нет, рано я начал копать. О, все нашел. Ты нашел уже? Да. Так что я продолжаю тогда копаться, ну и нафиг. И что там? Куча всего. Например? Алмазы. Итоги у нас... О, кстати, железный... Домой.
Железный меч. И два алмаза. Подожди, давай посмотрим со стороны наш островок. Ну, слушай, ну он так неплохо преобразился, согласен? Ну, просто такой, ты не заметил, что у нас, кажется, только что выстрелили? О! Прикольно, тут еще один. Знаешь, что я сейчас только понял? Ну? Нам настолько пофиг на меч, что удань. Да-да-да. Так, все, теперь игры круче причаливаем на причале, а не где попало. Зная нас, нам пофиг будет. Так, все, я выставляю правила. Причалив это... Приплываем только к причалу. Поднесу. И за его нарушение будет кик. Так, и где? И чё, он так низко? Давай! Слушай, меня вообще насрать. Подожди. А мне хочется этот самый жить. Давай, быстрее спускайся. Нет, не спускайся. Ой-ой. Все. О, я внутри. Десантируйся. Тут вода. Тут вода. Вода там, а не тут.